Священный месяц Рамадан и соблюдение поста – это подходящая возможность для постящихся облагородить себя совершением благих поступков и отдалить себя от совершения отвратительных деяний. Однако одной из выгод соблюдения поста является то, что все люди, как богатые, так и бедные, собираются у божественного порога, где богатые люди ощущают голод неимущих, помогая им. В действительности соблюдение поста является видом общественного единения. Богатые приглашают бедных отведать еды. Исламский ученый, соратник имама Джафара Садыка, да будь мир с ним, Хишам бен Хокум, в этой связи говорил: «Спросил я у имама, да будь мир с ним, о причинах соблюдения поста. И он сказал: причина необходимости соблюдения поста является то, что в нем богатые и бедные равны, ведь сытый голодного не разумеет. Поэтому Всевышний вместе с указом соблюдения поста имел в виду еще и равенство всего сотворенного, чтобы богатые лучше могли понять тяготы бедным и помогать им. Бедность и нищета – одно из самых неприятных явлений общественной жизни. Бедность означает невозможность обладания тем, чем каждый член общества должен обладать. Бедность – недостаток и общественное отклонение. Очевидно, что когда в обществе присутствует дискриминация, есть и бедность. В современном мире с каждым днем разрыв между общественными слоями населения становится все сильнее. Очевидно, что в тех обществах, где распространяется бедность, бедных также становится все больше, где в конечном счете бедность становится общественным явлением. К сожалению, современный мир не способен бороться с бедностью. Ислам всегда стремился уничтожить такие общественные неприятности, как феномен бедности. Бедный человек, по всей вероятности, находясь под гнетом необходимости обеспечения себя такими первостепенными важными вещами, как еда, одежда и жилище, может забыть о религиозном и нравственном совершенствовании. Именно поэтому для предотвращения и борьбы с бедностью ислам предлагает мусульманам разные способы сокращения ее уровня. В 71-м аяте суры Тоубе «Покаяние» сказано: «Верующие, как мужчины, так и женщины, друзья друг другу. Они призывают к одобряемому и отговаривают от порицаемого, совершают салат, вносят закят, повинуются Аллаху и его посланнику. Аллах смилостивится над ними, ведь Аллах велик, мудр». В большинстве аятов сказано о необходимости помогать старикам, сиротам и всем нуждающимся. Это является обязанностью всех мусульман, которые заботятся о других мусульманах, а в особенности в священный месяц Рамадан.